Пока одни спортсмены только готовятся к крупным соревнованиям, ангарские тайбоксеры завоевывают очередные награды. На днях атлеты вернулись с чемпионата России, который проходил в Калининграде. Четверо ангарских воспитанников стали золотыми, серебряными и бронзовыми призерами. Всего в состязаниях приняли участие свыше 300 бойцов. Мы приезжали туда с мыслью о том, что надо победить, надо выиграть, надо биться. Спортсменки, они были хорошо подготовлены, мы были уверены в этом, что призовые места как бы мы в любом случае возьмем. А они потому что одни из самых сильных у нас на сегодняшний день в России. Уже в августе одна из ангарских спортсменок представит Россию на чемпионате мира в городе Бангкок.